Доброй ночи всем тем, кто отдыхает где-то там, но не у нас. Почему, непонятно, потому что это клуб «Туннель», и здесь проходит самое веселье в самом центре города Москвы. Я предлагаю, давайте посмотрим вообще, какие люди, даже не люди, а зомби-вурдалаки и другая нечисть здесь тусуются. Я приглашаю, пойдем. Welcome to Halloween Party. Здравствуйте, как вас зовут? Очень хорошее имя. А скажите, а в каком вы костюме? Вы кто? Спасибо большое. А вот здесь, ребят, а вот здесь очень, сними, пожалуйста, крупным планом, здесь очень серьезно идет вещь, здесь люди получают чужие куртки, да. Они не сдавали куртки, они просто приходят и говорят, дай мне, пожалуйста, вот эту, дай мне вот ту. Здравствуй, а ты школьница, да? Конечно, я маньячка. Маньячка? Ребята, школьница-маньячка бывает только в клубе «Туннель». Зачем ты на себя одела живого леопарда? Потому что я люблю животных. Классно, любит животных, но леопарда так взяла и... Почему ты выбрал костюм именно Гарри Поттера? Я просто, ну не знаю, ну не фанат, ну парень хорош. А это он еще трезвый, понимаете? Там, как тебя зовут? Катя. Катя, скажи, пожалуйста, вот тот сверху чувак, он не гневается за то, что мы такие? Может быть. Может быть и гневается. Слушайте, но если вы сегодня с Катей, она простит вам все грехи. Это клуб «Туннель», здесь так можно. Здравствуй, как тебя зовут? Андрей. Андрей, это первый кудряшка, который мне нравится. Скажи, а ты кто из мушкетеров? Атос, Портос, Арамис или Д'Артаньян? Наверное, Д'Артаньян. Д'Артаньян. Вот почему все мужики хотят быть Д'Артаньяном? Здесь ведьмы, вурдалаки, зомби, вампиры, много разнообразных костюмов. И я не вижу даже возможности взять интервью, потому что... Здесь не слышно вообще ничего. Ну что, дорогие друзья, собственно говоря, вот такая вот тусовочка была у нас в клубе «Туннель». Мы завершаем, но это не значит, что завершается хорошее настроение. Оно только продолжается, и мы приглашаем вас приезжать, приходить, прилетать, приползать, прилетать на своем собственном самолете, приезжать на своем собственном метро. Главное, к нам в «Туннель». Приезжайте, поехали! Алло. Нет, ты что, я в туннеле. Чувак. Не, у нас тут здорово, у нас тут много девчонок, у нас тут все прикольные костюмы, у нас тут реально классно.